Здесь у нас еще дисциплинированная девушка есть. Очень красивая девушка. Вот так. Какие лыжи у нас. Ну, нам нужно еще двое взрослых помощников. Мама, иди сюда. Постой вот здесь. Вот побудешь памятником. Вокруг тебя будут бегать. Представь, что ты Ленин. Только не надо забивать. У нас папа красивый. Если его отбежать, нужно целую спортивное снаряжение иметь. Что мы будем делать сейчас? Мы должны одевать лыжи, пробежать. Только не бегать, поднимая ноги, а на лыжах вот так катаются. А бежать наших взрослых, вернуться обратно, надеть лыжи, снять, вернее, лыжи, и дать другому надеть, да? Понятно? А самому стать в конец команды. Приготовились, воспитатель, с той стороны, помогите нам одевать, чтобы глубоко ножка вошла в-то у нас. А здесь помогу уже я. Приготовились, на старт, внимание, начни! И пошли!